Депутаты Сургутской думы выделили 67 миллионов рублей на завершение подготовки земельного участка для строительства научно-технологического центра. Решение приняли на внеочередном заседании парламента в понедельник утром. Спешка обусловлена желанием оперативно приступить к работам и завершить их до весеннего паводка. Планами предусмотрено искусственное повышение рельефа территории и создание уклонов для отвода осадков. В том случае, если работы не удастся выполнить до половодья, на земельном участке образуется котлован, который с наступлением тепла, дождями и подъемом уровня Оби размоет. Этот вопрос, вы знаете, стоит на контроле нашего губернатора, нашего президента. А для нас и для наших горожан это тоже очень важный вопрос, который имеет будущее нашего Сургута. Участок частично был подготовлен, но так как дорога города проходит практически по центру участка, полностью работы завершить не получалось. Соответственно, сейчас мы получили финансирование, которое нам позволит полностью завершить подготовку участка в части подъема территории и противопаводковых мероприятий. Ранее депутаты обсуждали этот вопрос на заседании Комитета по финансам и бюджету. В мэрии, между тем, рассчитывают, что в 2021 уже приступят к освоению участка. Там начнут строить инженерные сети, здания и подъездные пути. Ожидается, что через 10 лет на площади в почти 50 гектаров в пойме Оби появится научно-технологический центр с лабораториями, исследовательскими корпусами, общежитиями, жилыми домами и бизнес-центрами. Там же расположится и геномный центр, где будут изучать генетику северных жителей. Для меня основополагающим фактором является необходимость срочного проведения этого объема работ вот в текущий период, да, насколько я понимаю, до Нового года. И я не очень могу понять, потому что в моем понимании освоение идет с левой стороны, то есть через дорогу от Ситимол. Получается, что по краям уже все отсыпано около 3 метров примерно, и получается 70 метров шириной существует котлован. Его надо убирать. Во-первых, это технологически обосновано, потому что если мы засыпаем всю территорию постепенно, целиком, то она и гидронамывом, она с соответствующим коэффициентом уплотнения сразу имеет. Если же это делать потом, придется дополнительно предусматривать деньги в смете и еще одно дополнительное уплотнение.